Шейдаев перед штрафной, знает, что делать в этой ситуации, продавливает просто соперника, скатывает, и Симоняну забивать надо, конечно, 2-1, Артем, отличный гол. Вторая подряд комбинация проходит у «Зенита» с этим сбросом. Сюжет про Кирилла Костина. Ну, посмотрим, конечно, и голы, которых мы сегодня увидели. Пока два, но, может быть, еще. Ох, как пропускает Марков удар. Ну, пожалуйста, как по заказу. Как... Я даже не знаю, какой красивее. Прекрасный у Могилевца гол. Или у Симоняна. Прекрасный гол. Передача на Маркова, он пропускает. И Артем Симонян, подработав правой ногой под перекладину, забивает третий мяч. И четвертый для себя в нынешнем розыгрыше.